Азербайджанский город Шамахы избран туристической столицей тюркских государств в 2023 году. Об этом стало известно в ходе 7-го заседания министров туризма Организации тюркских государств, которое состоялось в Шамахы. В ходе мероприятия обсудили негативное влияние пандемии на туристический сектор Азербайджана. Однако сейчас начался процесс восстановления. Говорили и о восстановлении Карабаха, который вскоре станет одним из посещаемых туристами местом. Что касается статистики, число туристов, посетивших Азербайджан, за первые 4 месяца этого года увеличилось на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Город Шамахы славится своей богатой историей. Одна из самых древних мечетей исламского мира, датируемая 743 годом, Джума-мечеть, средневековая крепость Гюлистан, относящаяся к 17 веку гробницы, обсерватория – это те места, к которым туристы проявляют особый интерес. Развитие туризма в нашей стране оказывается внимание и забота на государственном уровне. Достигнута договоренность о совместной деятельности туроператоров и туркомпаний. Также принята совместная дорожная карта по развитию туризма. Считаю, что дорожная карта расширит сотрудничество в сфере туризма. Мы также решили начать тесное сотрудничество в сфере зимнего и гольф-туризма. Это новое направление в рамках нашей организации. Решили продолжить сотрудничество в этой сфере и создать для этого экспертную рабочую группу. Также по предложению азербайджанской стороны мы выберем лучшее село тюркских стран.